Димончик, тебе привет. Вот снимаю видео для тебя. Хочу, чтобы ты помог разобраться с данной находкой, что оно такое. Найдена была в Одесской области прибором Аська 250, катушка Nel Торнадо на обычном поле. Вещичка очень интересная. Уже долго пытаюсь разузнать, что оно такое. Все никак не могу. Ну, надеюсь, ты мне поможешь. Мой голосок лучше запикай. Как-то... Вот такая вещичка. Металл бронза. Покрыта позолотой. В общем, как-то так. Надеюсь, у тебя получится разузнать, что оно такое. Все. Всем всего хорошего. Димончик, тебе крепкого здоровья. Ну, до скорых встреч. Честно, я искал и не нашел, что это может быть. Показывал людям, говорят, возможно, что-то еврейское, а возможно и нет. Но вот честно, когда смотришь, как бы не очень похоже на еврейскую звезду. В классическом понимании. Друзья, может кто-то находил что-то подобное? Может покупал, продавал или хотя бы видел? Подскажите, интересно же, что за штука такая? Просто так, всякое неинтересное и неценное золотом-то не покрывали. Может у кого-то будут варианты, что это в принципе могло бы быть?